Моя бабушка Лазарева Надежда Акимовна родилась 28 сентября 1923 года. Прожила достаточно долгую жизнь, отошла она ко Господу в 2006 году. Но за эту свою жизнь она много чего видела. Видела и войну, видела, как люди голодали, видели сама, может быть, тоже все это перенесла. Вышла замуж, была вдовой и до конца дней своих воспитала двоих дочерей, одна из которых была инвалидом, которая рано отошла тоже ко Господу. Еще будучи молодой девицей, ходила к матушке Мисаилы неоднократно. Ходила для того, чтобы все-таки она ей поведала, чтобы Господь открыл матушке Мисаилы о ее будущей судьбе. И вот однажды, идя по дороге, она, конечно же, загадала для себя, спрошу матушку Мисаилу, какой я буду есть хлеб, белый или черный? Если буду черный кушать, значит, я выйду замуж в деревню. А если я буду есть белый хлеб, значит, куда-то в город, в цивилизацию, там, где поудобней. И вот они приходят, она не одна ходила, а с другими подругами и другими женщинами другого возраста. И матушка Мисаила ей отвечает, говорит, что и белый хлеб будешь кушать, и черный сладкий, вот так. И так оказалось, что действительно вышла-то она замуж за Лазарева Ивана Афанасьевича, это ее муж, вот. А она говорит, а сколько ж я, мол, ну как, жизнь проживу? Анна, матушка Мисаила, ей ответила, отмахнулась рукой, да 14 лет тебе хватит. И все, и вот с этим ушла. Но она к ней приходила неоднократно. Это не то, что вот в один раз она пришла, и все, вот это ей открылось. Нет, это было, может быть, дважды, может быть, трижды. Потому что в ту пору люди часто ходили по разным вопросам, даже по самым, не то что решающим, там, жизнь или судьбу, а вот переживания были, да, житейские, которые, да даже не то, что лично себя касались, а та же корошка-кормилица, за нее тоже ходили. Да помолись, Матрона Гавриловна, да помоги, единственная кормилица на дворе, у нас там пятеро детей, чем кормить детей? Да нечем, после военные годы вообще ж это было, особенно после уже освобождения, после оккупационные годы, еще при войне и после войны, это самые тяжелые годы на селе. А что же касается самой моей бабушки, то действительно она вышла замуж за Лазарева Ивана, и она вышла в деревню, и там вместе с ним прожила 14 лет, действительно, все так и случилось. От этого брака были двое детей, моя мама Галина Ивановна и младшая дочь Валентина была, которая действительно с рождения страдала от ДЦП, она была инвалидом. И вот эта доченька, она, конечно, была умной, Валентина, и она все время сидела дома, так как она училась, раньше не было дистанционного обучения, а на дом приходили учителя и оставляли учебники или задания, и она их очень трепетно выполняли, и даже в моей памяти сохранились тетради, где за все ее успехи стоят одни пятерки. Вот. Что же касается судьбы Ивана, он работал в колхозе «Октябрь Беседина» трактористом. И случилось, видимо, в то время не могли, наверное, был рак желудка. И он, может быть, даже была пропадная язва, и он вот от этого кровотечения из внутреннего и скончался. И в ту пору хоронили, я видел фотографии 69-го года, на которых изображена и бабушка, и мама, и маленькая девочка, и множество-множество народов. Провожали всем колхозом, как опытного механика и труженика, ну, труда. Тогда это все было почести и доблести. Это человек труда раньше ценился. Вот. И действительно, она из дома свекрови, так как у нее, она стала вдовой, на руках ребенок инвалид, то райисполком Бесединский, дома строились коммунхозные, ей выделил две комнаты, квартиру в коммунальном доме. Вот. Вот эти дома, которые в Беседине есть, они были пополам поделены, и там выделялось. И вот ей Господь действительно, а работала она всю жизнь в сберкассе в Беседина. И даже были случаи, что за пропажу одной копейки могли в ту пору, и при Сталине, и после, при Хрущеве, уже при Брежневе, даже могли в тюрьму посадить. То есть какая была ответственная работа кассира, и не дай бог пропажа одной копейки. Вот так это все было в ту пору серьезно. И вот ей Господь, видимо, и открыл, что ей вот эти самые
белый хлеб и черный, когда ей дали жилье в Беседино, это был пригород. Это был и не город, и не деревня, а была вот такая вот середина, что действительно будешь и белый хлеб есть, и черный сладок. То есть вот это вот посерединку, и она стала жить в Беседино с двумя детьми, трудясь там же в сберкассе. Вот, но Господь ей все-таки открыл другие тайны. В Беседино когда-то приезжали схиархимандрит Григорий, и схиархимандрит Давид, которые были белгородские старцы. Вот. И они, конечно, тайны, потому что при Брежневе это все было, не дай бог, огласка, придет участковый, и могли всех там посхватить, вот, и увезти разбираться в отдел милиции. И она ходила, спрашивала за свою дочь, за Валентину. И она говорит: ну вот у меня дочь инвалид ДЦП, мол, она не ходит. Вот помолитесь, чтобы она пошла, чтобы она исцелилась. А старец, кажется, Давид сказал, что не волнуйся, скоро пойдет, скоро пойдет. Скоро пойдет, сама ножками пойдет. Он говорит: да когда же это будет? Да в 11 лет пойдет. И действительно, в 11 лет Валентина, она умерла, эта девочка, и пошла ножками в Царство Небесное. Вот такая вот история, которую Господь ей открыл. Но я знал об этом месте всегда, будучи еще молодым человеком-семинаристом. Вот. И понимал, что это непростое место, что здесь все-таки надо будет открывать приход. А в ту пору приход открылся и в Кизило уже еще в 91-м году, в 92-м открылся. А в Полевой не было прихода, он только в 2003-м сформировался. Вот. Ну, а я, будучи в Петровском, и так как я здесь уроженец этих мест, я здесь родился и всю округу знаю, то я чувствовал, что и здесь будет тоже возрождаться духовная жизнь, именно устраиваться через открытие, пусть молитвенного дома, через открытие, может быть, постройку храма. И вот в одно время нашелся человек, который готов был что-то сделать. Ну, с его помощью мы что-то начали, а потом уже сами-сами общиной. Потому что здесь уже община сформировалась, Барышникова, так как это люди были активные, церковные. Они, конечно, у них не было своего храма здесь, Барышникова, но они ходили в ближайшие храмы. Сначала в Беседино, потом в Полевую. Вот. Когда-то до этого и в Кизилово кто-то ездил, если была возможность. Вот. Но они, конечно, желали, чтобы у них был храм возле них. И так получилось, что вот, местные жители, бабушки, которых мы их помним, некоторые еще живы, вот, мы их, с помощью их открыли первый молитвенный дом здесь, в Барышниково, бывшей колхозной столовой. А параллельно здесь велось строительство храма, вот этого деревянного храма, честь иконы Божией Матери Всескорбящих Радость, который постоянно я курировал, наблюдал за стройкой, участвовал, но в дальнейшем уже сам все это возглавил, пока уже доведя до логического завершения. И уже в 2010 году мы открылись, а в 2012 году мы осветили этот здесь действующий уже тогда храм Святой Престол.